Вертолеты с флагами и запуск в небо сотен воздушных шариков. Именно так начинался праздничный парад в далеком 1980 году. И вероятнее всего, это был парад, посвященный Дню Победы. Со стороны парка партизанской славы расположены огромные портреты членов Политбюро на красных полотнищах. К сожалению, черно-белая кинопленка не может передать эти цвета. Эта любительская запись была сделана на площади Ленина с балкона одного из соседних домов. Меня удивила конная часть парада, но еще больше меня поразили передвижные платформы с архитектурными фигурами. Лично я смог разглядеть среди них памятник героям войны 1812 года, крейсер «Аврору» и мемориальный комплекс «Три штыка». Военной техники. Кто знает, может быть, как раз одна из этих БМП или пушек сейчас стоят в парке победителей на улице Калинина. Если я что-то неправильно разглядел или рассказал, не судите строго, а лучше поправьте меня в комментариях прямо здесь, на Ютубе. На последних кадрах этой кинопленки можно разглядеть огромную красную трибуну, похожую на московский мавзолей. На этой трибуне располагались начальники, принимающие парад.